сотрудники ДПС останавливают машину, и, ну, преимущественно с номерами не нашего региона. Выясняем, откуда и куда он едет, записываем. И врачи контролируют температуру, здоровье гражданина. С завтрашнего дня эти пункты будут работать круглосуточно. Я напомню, у нас на сегодня выявился третий очаг, и опять он привозной. Все три очага – это завоз из других регионов, из наших крупных городов. Причем некоторые вологжане наши, которые жили здесь, работали в Москве, они приезжают сюда, в Вологду, для того, чтобы отсидеться, как они говорят, и завозят нам этот вирус. Ну, а случай крайний, который сегодня нам стал известен, это ситуация, когда родители поехали за своим ребенком в один из городов для того, чтобы его забрать с учебы.